хочу сказать вам, что хочу пожелать. А погромче можно? Погромче. Здоровья, счастья. Что еще сказать? Хочу сказать, что на данный момент, 4 дня назад, был слет всех областей Юго-Востока. Присутствовали все области Юго-Востока. Был создан штаб для централизованного управления всеми областями, для того, чтобы мы шли одним курсом. С центральным штабом в городе Донецке. Луганск тоже представлен нашими лицами, нашими уполномоченными. Что хочу вам сказать, что на сегодняшний день Луганская область единственная из всех областей, которая очень близко подошла к тем задачам, которые мы сейчас пытаемся выполнить. То есть к референдуму, русскому языку и всему остальному. Поэтому мы должны показать пример и в этом. То есть, как вначале мы подняли знамя на всем Юго-Востоке для того, чтобы он встал, теперь мы своим примером должны показать, как нужно дойти до тех задач, которые мы поставили перед собой. Вот. Хочу еще раз вас поздравить с праздником. Всем здоровья, счастья, успехов. Спасибо. Спасибо за